ложись. Да выбор небогатый перед нами. Нас обрекли на медленную жизнь. Мы к ней для верности прикованы цепями. И кое-кто поверил в торопях, поверил без оглядки, без толкова. Но разве это жизнь, когда в цепях? Но разве это выбор, если скован? Коварна нам оказанная милость, как зелье полоумных ворожих. Смерть от своих за камнем притаилась, и сзади тоже смерть, но от чужих. Душа застыла, тело затекло, и мы молчим, как подставные пешки. А в лобовое грязное стекло глядит и скалится позор кривой усмешки. И если бы оковы разломать, тогда бы мы и горло перегрызли тому, кто догадался приковать нас узами цепей к хваленой жизни. Неужто мы надеемся на что-то? А может быть, нам цепь не по зубам? Зачем стучимся в райские ворота костяшками покованным скобам? Нам предложили выход из войны, но вот какую соломили цену. Мы к долгой жизни приговорены. Через позор, через измену. Но рано нас равнять с болотной слизью. Мы гнезд себе на гнили не совьем. Мы не умрем мучительною жизнью. Мы лучше верной смертью оживем. Ну, бой такой. Тоники аккорда большим пальцем вниз. Я уже 100 раз этот бой показывал, но покажу еще раз. Тоники указаны красной точкой на схемах. Схемы аккордов, текст и аккорды, ссылка в описании. Как настроить под Высоцкого гитару, тоже ссылка в описании. Значит, большим пальцем от тоники вниз, в данном случае ашем аккорд, тоника, пятая струна. Указательным вверх, вниз, вверх. По 3 нижним струнам. После удара вниз указательным можно делать небольшую приглушку левой рукой. То есть приотпустили, заглушили струны, прижали.